Всем привет! Мы сегодня с Настей выбрались за город обсмотреть наши посадки недалеко от Краснодара. Чем нас сегодня порадуют наши ближайшие посадки? Оставайтесь и увидите. Мы сегодня вот в таких местах ходим. Это недалеко от поймы реки Кубани. Посадка. Посадка, как видите, да, заросшая, такая прям грязная. Но вот эти места как раз таки и любит ламулина бархатистоножковая. Вешенка здесь тоже встречается, и удиноушки встречаются. Уже попалась нам первая саргассифа здесь даже. В лесу очень тепло, в лесу, в посадке. Что очень даже радует. Ну и грибочки тоже присутствуют. Вот такие вот находки сегодня нас ожидали в нашей посадочке. Конечно же, это фламулина. Посадка у нас здесь дубовая вперемешку с ясенем и вязом. И в данном биотопе очень хорошо растут наши любимые зимние опята фламулина. Видите, какие классные кустики получаются. Сейчас очень тепло. Морозы уже отошли давно. А грибочкам это сыграло только на руку. Вот какая прелесть, смотрите, получается. Все, там еще малыши остались, но мы их прикопаем, спрячем. Вот они, наши фламулины бархатистоножковые. А здесь мы видим дрожжалку, которая прям таки свисает с палочки в воздухе. Ну, такая красивая, как цветок. Тоже очень хороший лечебный полезный гриб, который тоже можно брать. С него варят очень вкусные насыщенные бульоны грибные. Вообще сам гриб очень полезный. Я рекомендую его брать в салаты. Мы его возьмем тоже с собой. Попадаются вот такие маленькие грибочки на лиственных деревьях. Да, вот налет присутствует. Очень такие они мелкие, микроскопические. Прям видите? Маленькие галеринки. Конечно же, с опятами зимними. Но никак их никак не спутать. И все-таки, видите, встречаются. А вот теперь внимание, ребят, вот смотрите. Вот это вот галерина окаймленная. Вот этот грибок. А это фламулина бархатистоножковая. Если по шляпке смотреть, то да, некоторые, конечно, могут их спутать, но, во-первых, они реально отличаются. Они отличаются по цвету шляпки, по цвету пластин под шляпкой. То есть, видите, да, пластинки потемнее. И у них отличие в ножке. Если вы тут видите, здесь присутствует налет, который, в принципе, легко можно вот стереть. Он прям стирается, вот тут, как она, как юбочка это, напыление. А фламулина у нее всегда будет к основанию ножка затемнена, она будет бахромчатая. В этом и есть разница съедобного опенка зимнего от ядовитого двойника галерины. Этот гриб уже переживший мороз. До мороза он был, скорее всего, со светлыми пластинками, поэтому можно было спутать. Но теперь вы это знаете, как они отличаются, и я надеюсь, что не спутаете. Дрожжалок, конечно, очень много, и они прямо сейчас в самом таком соку, в котором можно их взять. Некоторые варенья из них умудряются варить. Ну, если много наберешь, конечно, можно. А так обычно их, если найдется десяток, то хорошо. Какое там варенье? Прям как холодец, такая студень. Дрожжалочка. Ну да, это уже четвертая за сегодня. Смотрите, какие грибочки нашла. Вот любительница в мороз вылезти. Раз, два, три, четыре. Вон пятый гриб лежит. Любительница повылазить в мороз. Ого, здесь смотри, сколько, Настя. Это шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15. Какой 15? А дальше иду. Под деревом, да, вот еще. Вот еще 15. Два экземпляра. Это 17, 18, 19, 20. Вон туда дальше. Хорошо, идем дальше. Да.
О, смотрите, вот, вот, я уже сбилась со счета. Вот гриб, вот там. Слушайте, сколько много, а? И они прям попадали, но, видимо, мороз их все-таки поджал. И пошли, 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 мои родимые. Вот они по кругу идут. А вот здесь саркосцифу я увидела. Вон она красивенькая, какая красненькая прям. И вот. Но это еще не конец. Дальше идем. Класс. Не, ну вы представляете, вот нормальные же грибы, хорошие. Можно было бы взять, если бы они были в адекватном состоянии. И походу здесь конец, да? Да. Нормальный такой кружок. Смотрите, получается, какой у нас тут радиус? Метров. Ну, прям я бы сказала, метров, наверное, 20. Вот такое вот в радиусе 20 метров кольцо получилось. Ну, здорово. Жаль, что они уже не в кондиции. Так бы мы, конечно, бы их забрали. Еще одна дрожалочка нам встретилась. Пойдем с нами. Такая классная, яркая. Да, как-то сегодня туго с грибами. Маловато грибочков. Они как бы есть, но их очень мало. То есть в лесу их, конечно же, гораздо больше. Сегодня в основном одни дрожалки. Дрожалки, кстати, надо есть сырыми прямо в лесу. Ну, классно, что? Прикольно. Главное, что очень полезно и вкусно. Прекрасный кустик фламулинки в траве. Прям травка такая зеленая. И они такие ярким пятнышком. Черная ножка бахромчатая. Бархатисто-ножковая, если быть точнее. Видите, какие они классные. Вот еще в нашу коллекцию. Это, наверное, трометес. Это нам Ира подскажет о грибах своими словами. Что же это за грибы поточнее. Вот они какие красивые. Напоминает мне выгоревший трометес разноцветный. Павлиний хвостик. А мне розочки напоминают. Ну или цветы. Тоже очень красиво. А вот еще экземпляры. Посмотрите, они прям темнее намного. По цвету. Видите, они уже не такие светлые, потому что эти грибы уже повзрослее. Но это опять-таки этот же гриб, фламулина бархатистоножковая. И этот гриб тоже можно взять, потому что пластинки еще светлые. Ножку можно будет убрать и употреблять только верхнюю часть, то есть только шляпку. Поэтому мы эти грибы тоже соберем и заберем с собой. Вот они, видите, конечно же, они отличаются от галерины. Просто надо оба гриба знать в лицо, так сказать. И тогда уже точно не ошибешься. Иногда бывает встречаются экземпляры, вот допустим куст фламулины, а среди них вот, ну вот 100% может затесаться одна маленькая галеринка. Поэтому дома, когда вы будете перерабатывать данные грибы, всегда проверяйте, внимательно проверяйте каждый грибок. Если засомневались, то, конечно же, данный грибочек убирайте в сторону. Потому что лишний раз нужно быть осторожнее. Если вы не знаток зимних грибов и немножко в себе сомневаетесь в своих знаниях, то лучше не употреблять. Слушайте, с такими темпами мы сегодня точно наварим варенье из дрожжалки. Посмотрите, какие экземпляры крупнейшие просто. Они просто как георгины такие желтые на стволе. Такие же красивые, прям сочные. Там дальше тоже вон по стволу можно их наблюдать. Прям, ну, красивые, как цветы. Тоже заберем их тогда. Ну вот и завершился наш сегодняшний часовой марафон по нашему лесопарку недалеко от города. Сегодня было очень тепло. Для тех, кто любит пошарахаться по лесу после работы, самое то. Мы довольны, грибы есть хоть и немного, но мы оскомину свою грибную сбили. Поэтому мы сегодня уже с вами будем прощаться. И до следующего выпуска. Идите в лес, идите в посадки и ищите грибы. Всем пока!